морозное, солнечное петербургское утро, западный скоростной диаметр, мы едем на операцию, планируется лапароскопическая простатэктомия у пациента с 63 лет. Я хочу вам на этой операции продемонстрировать работу 5-миллиметрового видеоскопа, видеолапароскопа фирмы Olympus, который позволяет очень качественно визуализировать все свои манипуляции в малом тазу, при этом оставляет минимальные следы, ровно в два раза меньше, чем стандартный 10-миллиметровый лапароскоп. Дорогие друзья, ну вот мы используем вот этот чудесный видеоскоп 5-миллиметровый, который входит через очень тоненький 5-миллиметровый тракт и прекрасно визуализирует все, что нам нужно. А также используем прекрасный электроинструмент Thunderbit. Все это великолепная фирма Olympus. Это не реклама. Это правда. Спасибо.